26 ноября Казанский федеральный университет примет у себя более 1000 человек. Институт управления экономикой и финансов станет одной из площадок международной образовательной акции «Географический диктант». Инициатором акции стал президент России Владимир Путин, а организаторами самой акции является Русское географическое общество. Географический диктант всероссийский будет проводиться в Казанском федеральном университете уже третий раз. Это довольно массовое мероприятие, оно вызывает большой интерес среди жителей города Казани, среди студентов вузов, ну и, конечно же, в первую очередь, Казанского федерального университета. Работа с картой и знание географических терминов – это лишь половина успеха. Участников ожидает 30 тестовых заданий, которые можно разделить на 3 блока. Чтобы набрать заветные 100 баллов, нужно знать и уметь все. Важно отметить, что впервые за свое 3-летнее существование диктант покинул границы нашей страны и вышел на международный уровень. Теперь проверить свои знания в области географии можно в 18 странах мира. Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.